Экс-командир стрелковой дивизии так называемой армии обороны Карабаха обвиняется в злоупотреблении властью, превышении должностных полномочий и бездействии, приведшем к гибели и пропаже без вести 72 военнослужащих во время войны. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, согласно тайному приказу командующего армии обороны, 11 ноября командир должен был встретить и принять под свое командование 72 солдат на 9-м километре Гадрутского района, однако он не обеспечил встречу и постановку боевой задачи, тем самым бросил их на произвол судьбы. Военнослужащие на машине оказались в районе села Игистан Гадрутского района, где были обстреляны. Часть военных погибла, остальная пропала без вести. Бывшему командиру дивизии предъявлено обвинение в отношении его и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.